Добрый день, вернее, добрый вечер. Сегодня у нас 12 сентября 2022 года. Я решил заснять это видео, потому что очень многие люди переживают, если я не выкладываю свои видео, понимаете? Дело в том, что я уже 7 месяцев каждый день выкладываю по одному, по два видео, как минимум, а иногда даже и по три видео в день. Поэтому, естественно, многие подписчики, если я не выкладываю один раз видео, хотя бы одно видео в день, они начинают волноваться и спрашивать, что произошло, что случилось, все ли со мной в порядке. Все в порядке, единственное, что я, конечно, немножко вот... Почему, конечно? Я немножко приболел и чувствую себя сейчас не очень хорошо, но я себя заставил, тем не менее, поехать в Совиньон, потому что я никогда не отменяю свои занятия. Пишите вообще в комментариях, что бы вы хотели видеть на моем канале. Я уже наконец-то хочу снять обзор на свои кроссовки. Надеюсь, что у меня завтра, послезавтра получится. Я выставлю вам свою коллекцию, расскажу про них немного. Дворы, не знаю, вот кому нравятся дворы, а кому нравится, извините, жопа моей девушки. Вот. Хотел бы тоже немножечко уделить этому моменту внимание, потому что забавно читать эти комментарии, видимо, от женщин, которые там им за 50. Ничего против вас не имею ни в коем случае, но есть такие люди, которые вот прям негативно высказываются, когда на заставке какому-то видео стоит моя девушка в купальнике. Это эксперимент, я хочу вам сказать честно. Каждый раз это эксперимент. И вы знаете, этот эксперимент каждый раз оправдывает себя. Дело в том, что вот все эти видео, когда там есть моя девушка, они набирают в 2, в 3, в 4, в 5 раз больше просмотров, чем обычные видео. Конечно же, переходить к тому, что просто снимать свою девушку я не собираюсь. Вот. Но тем не менее, вот есть такой нюанс. Можете обратить даже внимание, посмотреть. Там, где она есть... Там по просмотрам очень даже ярко. Вот. Ну вот, я снимаю одним дублем, ничего не буду редактировать. Я сейчас еду. Мам, родная, что это такое? Какое-то животное. Какая-то ласка, что это? Вот явно не крыса. Короче, вот вам еще такой контент. Он сам меня находит каждый раз. Да, так о чем это я? Короче говоря. Всем хорошего. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, завтра я буду чувствовать себя немножко лучше. И у меня будет и настроение, и энергия для того, чтобы что-то снять интересное. Вот. Спасибо за то, что у меня уже вообще нет тьфу-тьфу-тьфу политических каких-либо комментариев. Меня это очень радует. Вот я могу просто заходить. Я могу даже не заходить в свои комментарии, и мне ничего не приходится там читать, чистить. Вот. И это очень круто. Это большой, честно говоря, сдвиг. Да. Ну, всем хорошего, до свидания и до нового видео. Мирного неба вам над головой. До свидания.